Я вас вітаю в ефірі «Точка Зору». Сьогодні у нас в гостях Ель Кравчук. Вітаю вас. Вітаю. Дуже приємно бачити вас, дуже приємно бути у Харкові і дуже приємно поспілкуватися. Дуже дякую, що знайшли час прийти до нас до студії, відповісти на мої питання. Але перше питання, коли вас побачила, я вперше вас бачу так наживо. І як вам вдається бути таким красунчиком протягом багатьох років? Ви сразу починаєте з компліментів. І так і міняв немного в краску. Дело в том, что, мне кажется, если в характере человека и в людях, которые его окружают, как можно больше доброго, нормального, позитивного, тогда и это все отражается на внешности, и на мне это отражается в первую очередь. У меня не очень широкий круг общения. Это люди, которых я очень тщательно подбираю не только сам, а путем жизни, судьбы. Судьба сама их выбирает, и лишь только мне надо быть хорошим, искренним и честным другом, чтобы эта дружба по-настоящему реализовывалась в жизни. Поэтому вот этот узкий круг, он меня и бережет. Я не трачу себя на посторонних людей каких-то, я не трачу себя на неинтересное в жизни. И, наверное, очень важно, что я занимаюсь любимым делом. Негатив в своє життя ви не пускаєте? Ні, я не пускаю, може бути, навіть неосознанно. Це як защитна реакція у чоловіка, я всім рекомендую. Вот, особливо, коли болячки різні підступають. Дуже важливо настрой чоловічий, внутрішній настрой. Якщо настрой на перемогу, на життя, на весну, на любов, цей настрой обов'язково спрацює. У мене є така пісня, називається «Дим твоїх сигарет». Она об Амстердаме, о свободе, о том, что иногда красный дым сигарет, он так тебя может увлечь и так далее. И вот эта песня, она исследует свободу человеческой личности. И в первую очередь там есть такие фразы, что «И сомнений нет, я хочу и буду искать, любить, рассвет встречать». Это происходит в вашем жизни, вот, так? «Я хочу и буду, и сомнений нет». Дякую. Ель, ми з вами до програми трошечки був час поспілкуватися, і виходить, що у вас з Харковом така особистий зв'язок, так, поєднує вас? Ну, во-первых, Харків – це вторая столиця, а може перша столиця, скажімо так. І поэтому в такому культурному місті не може бути у чоловіка, який займається українською культурою, великого кількості зв'язей. Перший мій роман з Харковом відбувся в театрі. Це був театральний роман. 100% я грав Гамлета в постановці Андрія Жолдика в театрі Шевченка. Прекрасна трупа. До сих пор я з такою теплотою вспоминаю Владимира Николаевича Малера, моєго партнера, який грав Клавдія. Скільки він сил потратив на мене. Поскольку я ведь не театральний артист, я певець, музикант в першу чергу. І во вторую, і в третю. Но когда перед тобой такая интересная книга, как «Гамлет», и такой фактически педагог, как Малер, боже мой, как я это все сделал, с его помощью. И вот он, собственно, вот так вот вместе с Жолдиком собирали из меня актера в этом проекте, которому я отдал почти 5 лет своей жизни. И Харьков очень достойно был представлен в больше чем 20 странах. Это хороший проект был, который действительно, мне кажется, где-то и жизнь театральную харьковскую очень оживил, сделал такой современной, соответствующей 21 веку. Ну и сейчас мой новый роман с Харьковом, я надеюсь, состоится в те же самые числа, в которых была премьера «Гамлета», но только много лет назад. Это новая концертная программа моя. И уже я надеюсь... Вы уже на старте, так? Да, я уже надеюсь, что мы наконец-то откроем друг друга с харьковчанами и полюбим в новых моих песнях. Шоу называется «Порошок від кохання», «Порошок от любви». Украинские ученые придумали формулу, между прочим, харьковские ученые, которая лечит разбитое сердце. Но формула — это песни. И замечательный поэт Борис Гринёв, харьковский, ученый, академик, невероятно глубокий, замечательный человек, он создал определенную концепцию, определенную историю. Потому что вот мне с композиторами везло в жизни, а вот с поэтами не очень. И сейчас, наконец-то, в моих песнях есть тот смысл, та суть, которая очень гармонично совпадает с моим биением сердца, с моими жизненными взглядами. Вот я пытаюсь это все рассказать в новом альбоме. Это 10 новых песен композитора Михаила Некрасова, поэта Бориса Гринёва, вот наш «Порошок від кохання». Также называется концертное шоу, также называется новый альбом и также называется промо-тур
который начнется в Харькове. Третьего с Харькова. Да, я считаю, что Харьков мне обязательно принесет удачу. Это город культурный, город, в котором люди любят ходить на интересные концерты, на интересные события. Мне очень кажется таким знаковым в Харькове количество известнейших фотографов, которые весь мир освещают своим объективом, скажем так. И вот тот же Борис Михайлов и очень многие другие харьковские мытцы, художники, фотографы. Я очень надеюсь многих из них увидеть в зале. Я вот приглашаю публику, которая готова быть свободной, готова подумать, расслабиться и немного еще и получить просто праздничное настроение. Потому что я человек-праздник, и не могу ничего с этим я изменить. Иногда даже, может быть, нужно было бы быть посдержаннее, как-то помедленнее. Она же творчая людина, как так можливо? Ну вот я еще люблю дело в том, что то, что я делаю. А эта любовь, она переходит и в зрительный зал, и на мою жизнь потом. Ви сказали, що це буде шоу-програма. Да. З участием балета, живьем. Очень интересная технология музыкальная будет. В Харькове еще не было подобного. Сводиться музыка будет прямо при зрителях. То есть вот у моего звукорежиссера такой специальный приборчик, в котором все отдельно выведены все басы, клавишные инструменты, там, бэк-вокалы и так далее. И все это вот делается непосредственно при зрители. Замечательный балет с хореографом Тонией Руденко, одной из победительниц танцев «Зерками». Очень классная, веселая девчонка, которая поставила модную, красивую хореографию. Больше ничего рассказывать не буду. Костюмы, напевно, будут дуже яскравые. Да, замечательный художник по костюмам Вася Бондаренко, он постарался. И я совсем в новом образе представляю. Иногда где-то, мне кажется, он немножко экстремальный, этот образ. Но мы уже в 21 веке. Надо быть свободнее, надо быть легче, надо проще ко всему относиться. Что для вас может быть экстремальным? Ну, вот посмотрите, я не хочу раскрывать секреты, но совсем недавно одна из журналисток заставила померить меня каблук в концертных туфлях, в которые я выступаю. И он был 12 или 15 сантиметров. Это, это большой каблук. Научился. Но вот в тех постановках, в той истории, в той хореографии и в тех стилистических рамках, которые мы себе поставили, это может быть интересно. Шоу буде проходити в театрі Шевченка, так? Так, в театрі Шевченка, на главной сцені, театр Березіль. Я обожаю этот театр и уверен, что Курбас там живет по-прежнему. Вот Лесь Курбас где-то там на третьем этаже, там, где зрители всегда вот шумят сидеть, и все говорят: «О, Курбас!» И для меня огромная, ну, честь, честное слово, там выступать. Я благодарен очень Маргарите, директору театра, которая так смело сказала: «Ну, ты знаешь, ну, карантин будет тяжело, понятно, но надо же начинать жить. Давай попробуем». И вот мы рискнули, и приятно, что это происходит так шаг за шагом. Я не стараюсь быть резким в жизни. Я стараюсь как-то плавненько все делать, достаточно тщательно подбирать песни, тщательно работать над шоу и тщательно работать над публикой. Потому что я приглашаю на концерт ту публику, которая, может быть, меня еще и не знает. И только узнает. Не только тех людей, которые знают мои песни. Потому что будет очень много новых песен. Конечно, будут и те хиты, которые я пою 25 лет. Будет «Выпью вина, выпью до дна». Угу. Будет «Не плачь в экран мониторов». Но также будет и много новых песен, которые исследуют человеческое чувство. А як довго створювався цей альбом і наскільки для вас, як для творчої людини, важко працювати в тандемі з іншими творчими людьми, які не завжди такі прості? Знаєте, творчі люди, вони такі складні часто бувають. Ну от сказав же когда-то Кеннеді, що ми на Луну полетіли не тому, що це легко, а тому, що це трудно. Ну от я воспринимаю роботу над новим альбомом своєобразний польот на Луну. Мне очень повезло с тем, что вот удивитесь, но карантин мне помог. Помог получить время свободное у огромного количества специалистов, музыкантов, которых мы привлекали к записи альбома. Они не только из Украины, это и французы, и шведы, и саунд-продюсер Миша Некрасов, который очень востребован, и тормознуть его жизнь на 10 песен, сесть в студию и с нуля записать новый материал на том настроении, которое у нас сейчас есть. Вот, вот так, как это, собственно, и нужно делать. В моей жизни это впервые так получилось. Обычно я записывал песню, сцена, на песню и на сцену, вот синглово.
Здесь же я почувствовал себя группой Queen, которая вот садится в мюнхенскую студию какую-то там. Вот, сочиняются? Да, и да, и вот нет ничего, но вот пока чистый лист бумаги. Вот у нас было так, чистый лист бумаги. Вот так песня за песней собиралась в историю, в альбом. И я честно сидел на карантине, никуда особо, да и сейчас стараюсь так ограниченно развлекаться, скажем так, или вообще гулять где-либо. И это помогло мне, так же делали мои партнеры, так же делал поэт Борис Гринев, так же делал саунд-продюсер Миша Некрасов. То есть мы вот так же все честно были на карантине, и удалось поработать. И здорово, что альбом, он и украинские песни, и английские песни, и русские песни. То есть он совершенно разный, он соответствует нашей стране, он соответствует мне как человеку. И мне очень хочется этот честный, трушный альбом также честно донести на концертной программе. Створити таке велике шоу, яскраве, це така коштовна штука, так, да. Напевно? Честно говоря, да, конечно. И я понимаю ваш вопрос, что как же так во время карантина вы тратите деньги, ничего не зарабатывая? Ну вот так получилось, что это был определенный этап. Да, вначале планируя, что я собираюсь возвращаться на сцену, что я собираюсь с новой концертной программой, с новым альбомом выходить к массовому зрителю. Все делается поэтапно. И как раз у нас был тот самый этап, когда надо было накапливать песни, и начался карантин. Если бы мне в этот момент был объявлен концертный тур или еще что-то, наверняка у меня были большие проблемы. Но так как в тот момент времени мы именно были в том моменте производства, когда ты записываешь песни, занимаешься постановкой номеров, продумываешь образ. Мы сняли видеоклип первый к этому альбому с Володей Якименко за это время. «Дым твоих сигарет», надеюсь, его увидят зрители. Поэтому вот для меня вот просто стечение обстоятельств позволило это все осуществить. Если бы я был в каком-то другом этапе, там, бизнес-этапе, ведь шоу-бизнес — это еще шоу и еще чуть-чуть бизнес. И вот если ты как-то планируешь этот бизнес, то вот как раз повезло, что в таком этапе. Но, опять же таки, еще, наверное, сила воли моих партнеров, меня, всех вот людей, кто нас поддерживает, семей наших, которые так очень скрипя сердце, ну как же вы же надо карантина, вы вот едете в студию, и все волновались, конечно, и... Борис переболел коронавирусом в процессе всего этого нашего написания альбома. Но, в общем, все это, как ни странно, оно и в музыке, оно и в стихах, и все наши переживания. Ну, не лише в мене це питання виникає, я думаю, що глядачів. Де був Ель Кравчук довгий час? Куди він зник? Вот мне, честно говоря, всегда немножко обидно отвечать на этот вопрос, потому что на самом деле я никуда не исчезал. Я был, есть и буду. Просто культура, ну, знаете, всегда волны определенные. Когда-то ты интереснее, когда-то ты неинтереснее, когда-то интересны украинские артисты, а когда-то интересны российские артисты. А вы это чувствуете, когда вы цікавы? Ну, естественно, ну, вот я попал в определенный период своей жизни, когда в одном кастинге со мной принимали участие, например, там, Басков и Киркоров в Украине. Как вы думаете, кого выбирал канал Интер, например? Ну, естественно, они выбирали или Баскова, или Киркорова. И вы не видели меня в мюзиклах из-за этого, вы не видели меня еще где-то из-за этого. Потому что вот такова была конкуренция. Выгодно было показывать, например, тот или иной фильм или концерт в двух странах. Там, в Украине и в России. Вот поэтому я когда-то сделал свой выбор. Я не пробовал не размещать свои песни, не каким-то образом популяризировать свое творчество в России, потому что я украинский певец, у меня украинские песни, и если они кому-то нравятся в мире, я очень счастлив, но целенаправленно мы этого не делали. И вот в этот период времени у меня было такое разочарование даже в творчестве, вот во всем, где-то вот в этом шоу-бизнесе, в окружающих, даже, может быть, в себе. И я подумал, что, наверное, пора сделать какую-то точку, а может быть, уехать, пожить в другой стране. Как раз начался 14-й год, очень сложно, война в Киеве, очень непросто, работы нет ни у кого. Ну, я подумал, что я дождусь предложения поехать в зону АТО, и там спою концерт, скажу спасибо своей стране и уеду в Германию работать в каком-то варьете, там, зарабатывать копейку какую-то. Себе, семье, я не один, мне надо также беспокоиться о близких людях. Я поехал туда, и первый же концерт организовывала уже профессиональная структура, «Шлягер» такая организация, и это был стадионный концерт. И я увидел тысячу людей,
с болью в глазах, со слезами, с проблемой. Размамленный стадион в маленьком городке Попасное. Люди, которым нужно эти 40 минут мира, эти 40 минут покоя. Я когда ехал на первый этот концерт, я ехал вроде как спасибо говорить стране. О людях в меньшей степени думал, потому что мне казалось, людям не нужно это. Зачем там стреляют такие бомбежки, и тут, пожалуйста, тебе какие-то песни, какие-то концерты, зачем это надо? И когда приехал вот после первого концерта в Попасный, вот попросил, где ларечек, тут я хочу там купить сникерс там какой-то, или я хочу там, не знаю, воды попить. И мне вот сказали, вот там есть один ларек на весь город, там-то, там-то. Ну, мы подъехали, я выхожу и понимаю, идет навстречу нас военный. Я понимаю, боже, он такой грязный. Он такой же, он там такая погода, там земля такая очень, они все как, не знаю, ну, реально очень страшная картина. Он весь в обмундировании, с автоматами, в бронежилетах. Что ты будешь делать? Вот твоя реакция, первая реакция человека. Убежать. Ну, клянусь, страшно. Лячно так. Лячно дуже. И я побежав. Не к нему, а від нього. И потім так стало соромно. Знаешь, так соромно. Такая реакция. Но просто соромно. И я понял, что если у меня будет на концертах возможность познакомить местных жителей с военными, которые их защищают, у нас все получится. И вот я в Попасной постепенно. Справа венчик, слева шашлычки. Ползала военные, ползала местные. Итак, Леночка, местная девушка там. Капитан, Сережа, так, я не пойму, вы одинокие люди, что вы тут сидите? А ну-ка знакомиться быстро. И вот так вот я постепенно... Здесь сцены вы да, так, да? Да, да, да. Я вот так со сцены соединял, это было одно условие. Бесплатные концерты, я не беру денег ни за что. Главное, 50% зала военные, 50% местные. Я назвал это диалоги добра. Не монологи, а диалоги, чтобы мы вместе общались и узнавали друг друга. И поверьте мне, там столько счастливых семей возникло. И вообще Попасная прям расцвела, я вам скажу честно. Много там мероприятий я делал, и пел в школах, и на стадионах, и в домах культуры. И посвятил этому определенное количество времени. И только сейчас понял, что пора выходить уже из окопов, из моей подпольной славы, к славе публичной. И уже представлять новые песни, уже не стесняться петь, потому что порой я не понимал, зачем нужно это делать, но идет война, мне надо страну защищать, а не песни петь. Ну, видимо, у каждого свое оружие. Так. Але все ж таки... Поэтому я никуда не пропал. Вот был Гамлет. После Гамлета был целый период работы, опять же, с Мишей Некрасовым, мы сделали Голливуд и так далее. И вот начались эти моменты, когда украинские артисты не нужны были совсем. И вы меня не видели ни на экранах, ни радио. У меня стали появляться песни на русском языке даже в тот период времени. Потому что мне говорили на радио, хочешь звучать, пой по-русски. Щоб скрізь були. Ну, чтобы в Украине было тогда. А, щоб в Украине все ж таки. Ну, тогда так было, вот, к сожалению. Вот тот период, который был у нас после Ющенко, когда был такой расцвет национальный, вроде там 5-й, 6-й год. Ну, вот начиная с где-то с 8-го, 9-го, 10-го было очень тяжело. В 12-м был прямо кризисный такой. Мне так казалось, что ну, мы совсем не нужны были. Тут Євро-2012 і ні один артист український нігде не поє. Бачите, як все ж таки, як політика впливає на... Ну, к сожалению, а люди-то люблять і хочуть, люди скучають. І дуже складно в цей період часу. Я же все одно виступав. Но выступая, я слышал из зала, Андрей, почему вас нет по радио? Там, Эль Кравчук, где, когда будет по телеку что-то? Я же понимаю, что я могу ответить. Но при этом они приходили на концерты. А как это все таки пережить, не впасть в депрессию? Ну вот так? Надо Чи просто... Чи воно все ж таки була? Ну как вам сказать, у меня не бывает депрессии в том чистом виде, слава богу. И, может быть, потому что я все-таки какой-то целеустремленный человек. Я верю в Бога, а не в депрессии. Вот. У меня не было такого вот ярко выраженного. У меня просто было сожаление, боль, грусть. Было много не сделанного. Ведь каждый минус год для меня — это не сыгранная песня, не сыгранный концерт, не сделанное дело. И когда-нибудь, слава богу, что вот вы мне комплименты сделали в начале программы, значит, еще попоем. Но ведь ужасно, когда бы я не смог это делать. Звичайно, так. Але все ж таки, дуже класно у вас виходить бути актором також. Я коли, прошу вибачення, я коли була студенткою, ми ходили на Гамлета, і для нас, я не розуміла, чи на вас ми йдемо дивитися на вас в Гамлеті, чи все ж таки подивитися, що створив Жовтик. Для студентів Академії культури це дуже так було важливо, але, напевно, в більшість саме йшла подивитися на вас, на вашу гру. Ну, це, смотрите, це був перший шаг. Другий шаг, вони
попадали в эстетику спектакля, там 50 актеров шикарних, помимо меня. Там великолепная кожна дрібничка, вона була так наповнена. Ну вот я в своем новом концертном шоу стараюсь вот этот опыт, который я получил в «Гамлете», и то, что я научился, ведь я осознанно ушел в «Гамлет». Дело в том, что вот опять-таки вы должны понять, что театром интересуется очень мало людей у нас в стране. Когда я уходил, выступая на стадионах, в театр, то я думал, все то же самое. Mm-hmm. А оказалось, всего 5% людей вообще в театр ходят. Вообще очень там, узкий круг людей интересуется. И для широкой аудитории я действительно исчез. Хотя я был на сцене театра. Дело в том, что, опять же, говоря обо мне как об актере, я бы не стал говорить так профессионально и круто. Мне были очень хорошие рядом люди, кто со мной занимался. Это Андрей Жолдак и это Владимир Николаевич Малер. Ну, эти два человека, они создали, помогли создать мне вот этот образ. Естественно, если бы я попал в театр сейчас и был бы Жолдак и Малер, у меня бы опять получилось, я уверен. Від інших не було пропозицій? Были, но я держу высокую планку качества. Я не хочу играть просто так в театре. Я не хочу играть не у талантливого режиссера. Режиссеров мало хороших театральных. Жолдак один из гениальных в мире. Это было интересно. Но все-таки я хотел бы, знаешь, так перелистнуть эту страницу и сказать, все-таки музыка, потому что я не хочу трясти старыми медалями. Мне страшно, хочется новое заработать. Вот мне хочется этими песнями, я очень в них верю. Верю в порошок от любви, который будет лечить разбитые сердца. Вот обычно ведь что лечит разбитое сердце? Новые отношения. Вот многие девушки думают, что вот парни переживают расставание легко. Но на самом деле это совсем не так. Мужчины много прячут в себе. Но любое расставание, любая проблема, это всегда, поверьте мне, касается обоих людей. И вот наш альбом, он исследует чувства и счастья, и разлуки, и радости, и горя, и секса, и всего на свете. Ну и об этом я, собственно, и приглашаю поразмышлять зрителей, которые придут на шоу «Порошок от любви». И об этом мы размышляем с балетом. Это же тоже определенные актерские задачи, которые мы ставим друг другу. Тем более балет очень необычный, это мои клоны. Вот видите, это они выглядят почти, ну это очень любопытно. Не буду раскрывать всех тайн, вот, но безусловно в концерте есть какая-то доля там эротической нотки, обязательно, потому что любовь и вот что такое, но ни в коем случае не пошлость, ни в коем случае не голого тела. Можно эротичным быть полностью одетым, а не обнаженным, как было когда-то в «Гамлете». Ну не может не спитати про особисте життя. Легко. Ну вот, смотрите, когда я сразу скажу, вот не пою, вот вы меня особо не видите, значит, у меня все в порядке с личной жизнью. Только я выхожу на сцену, вот все останавливается, ломается, меняется, и это хорошо. Потому что каждая новая песня — это ребенок. Каждое новое шоу — это семья. Потому что это и балет, и звукорежиссеры, и все, с кем я работаю, менеджеры, продюсеры. Мы все становимся в какой-то момент большой творческой семьей. И в ней нельзя изменять никому и никогда. Тогда все будет по-настоящему. Поэтому вот, может быть, так. Я вам скажу, когда что будет сказать, скажу. Вы не один. Ну, нет, я сейчас в поиске все-таки. Я буду честен. Вот. И, конечно, как любой нормальный человек, я мечтаю и о детях, и о какой-то семейном счастье. Но ни для кого не секрет. В 21 веке, в нашем сегодняшнем мире, любовь, отношения — это сложно, и это надо этим заниматься, это все разводятся только вот так, с лета и очень много, и, возможно, это просто нужно, скажем так, вот этими песнями и подготовить меня к новым чувствам, и подготовить зрителей к новым чувствам, вылечить разбитые сердца ранее, и с новыми силами и без сомнений искать, любить и рассвет. Что делать? Встречать. Ну, дивіться, майже через місяць, да, через місяць ви вже так будете у нас з новою програмою, з новим шоу, будете лікувати від кохання. Так. Буду співати наживо, буду танцювати з балетом. Запрошуйте. Запрошую з великим задоволенням, тому що я уверен, я не підведу зрителя. У мене замечательний колектив, нові класні пісні і легендарна площадка. Театр Шевченка, сцены которого видела
каких только артистов не видела. Для меня это большое испытание. Нервничать буду точно. С Харькова стартует мой концертный тур «Порошок Виткуханья». И это будут первые два концерта. Поэтому, друзья, поддержите меня, пожалуйста, я вас очень прошу. И мы вместе еще, кстати, отпразднуем Пасху. Потому что 2 числа да. будет Пасха, а 3-го будет стартовать концертная программа. И вечером как раз сам Бог велел как-нибудь отпраздновать. Выясним, какое у кого яйцо крепче. Вот так вот. И потом на концерте я расскажу, что я имею в виду. Зараз не буду розкривати всіх тайн. Заінтригували, так. Ну що ж, я бажаю вам успіхів, тож будемо побачимось вже за місяць. І бажаю вам все ж таки цей місяць провести так дуже активно. Да, ми зараз підготовки, репетиціях. Я можу лише представити, що відбувається зараз. Зараз ми оканчуємо комп'ютерну графіку, яка також участвує в декорації, в виді декорації. Це буде определенна комп'ютерна графіка, екрани. Це, ну, інтересно должно бути. Тому, в общем, смело приглашаю всіх провести со мной эти два вечера, 3 и 4 мая в театре Шевченко в Харькове, шоу «Порошок від кохання». Дякую, до зустрічі тобі. До зустрічі. Це була «Точка зору». В гостях у нас був український музикант Ель Кравчук. Побачимось.